особую значимость приобретает недавние мировые скандалы, связанные с утечкой информации и шпионажем. В связи с этим хочу подчеркнуть, что настоящая независимость государства может быть обеспечена только при наличии информационно-технологической независимости. Страны БРИКС в наибольшей степени претендуют на собственный технологический суверенитет, зачастую объединяя свои усилия в решении этого вопроса. И вполне мы можем это сделать. Сегодня в условиях перехода промышленного уклада на индустрию 4.0 для российской промышленности и стран БРИКС крайне важно приобрести независимость в электронной отрасли в самом широком смысле этого слова. Имея в виду развитие электронно-компонентной базы, информационных технологий, софта и многое другое.